Нет, уже заходит. Кто зашел? Просто помню этого. Предоставляю тебе удачного вечера. И вот уровень какой-то тоже врезанный. Хорошо, ну, тем, что уровни другие, движок тот же. Уровни более сложные. Но почему-то эти как будто простые, с 11-12 сейчас. Но это пак уровней для первой части усложненных. Hard mod, короче. Но эти два были простые. Да. Здесь уже что-то мутное. Ничего не понятно. Думаю, что надо их обоих вниз кинуть. Ну и могу пнуть сюда, в принципе. Я думаю, что один я пну сюда. Один я пну направо, или может два. Ну, один. Я думаю, нужно пнуть. А вот как я второй принесу? Мне, по идее, нужно там два блока, чтобы
первый уровень уже был в первой игре, я не знаю. Ну, если бы я мог пнуть два, чтобы они в ряд стояли. Жаль. Так я не могу сделать. Это бы все решило. Я... Может, узлок стоял? Да нет. Громче? Ну, вообще нет, когда я говорю. Ну, вот так получше будет. Вот здесь я правильно сделал. Там я не могу ни один из этих блоков сделать. Надо подумать, как это проходится. Пальцем в лицо хрустнул. Я хрустящий. Просто пальцем хрущу, так что... Норма. Думаю, может быть, три блока уронить сюда. Тогда бы я смог тут сразу два пнуть. Но тогда я не смогу пройти, взять красный блок. Мне нужен блок один для этого.
Или... Есть еще вариант. Ну, есть еще вариант. Это мне все равно, я вниз же не могу его скинуть, мне придется его сломать тогда. Если бы у меня здесь было, был вот тот блок справа, я бы сделал что-нибудь такое, из пирамиду из трех, ну бы сразу два. Но я такое не могу тоже сделать, потому что, ну даже если у меня блок справа будет, мне не хватит блоков. Вылезти я тут не могу, если я спрыгну в центре или слева. Без вариантов мне не выбраться. Мне однозначно два нужно куда-то блока кинуть. В принципе, я мог бы один поставить, наверное, прямо вот сюда. Но я тогда его не смогу... как я хочу. Может быть, не, у меня есть еще одна. Здесь же. Этот блок мне нужен сюда.
Так. Как мне их так сейчас подвинуть-то? Так, наверное, да. Один блок мне нужно скинуть вот туда вниз. Один вопрос, как это сделать правильно. Достаточно проблемно это выглядит. Один блок уронить в центр, а второй там допинать. Допустим. Я пока не знаю. Типа так я могу скинуть прямо туда, куда надо. Какой-то уровень, чтобы затроллить с кучей блоков. Я не понял. Или они другое прохождение предполагали? Это строительство, да? Причем я не уверен, что через верх я могу что-то пронести на самом деле. Есть ли в этом смысл? Мне нужно 3 блока. В правую часть закинуть. Так, и один блок мне нужен, чтобы пройти внизу. Могу ли я их все просто вниз покидать? Можно?
Только надо аккуратно это делать. Два блока. Просто если я скину два блока прямо вот здесь, то я мне нужно их переставить направо. А места под это нет. А направо я тоже их не могу. Есть вариант. Есть вариант. Как сделать один блок? Второй блок вот так. Я могу два пнуть. Нужно будет два захода это делать. Что-нибудь поднять. Так. Уровни прошли. Превью посмотрим, готов ли я дальше играть. Пойду отдыхать. Ну это, наверное, не особо сложный уровень. Прямо 5 уровней. Не буду рисковать. Буду растягивать удовольствие, так сказать. Ну, Юки Даре, давайте. Пока.